Вот сейчас заснимем, что сейчас на Олимпийском проспекте творится с моей крыши. Вот, пожар уже, в общем-то, потушен. Вот, но тем не менее, машины, милиции и всего прочего тут достаточно много. Вот, пожарники там еще что-то поливают. Вот, толпа народа еще не рассосалась. Стоят люди и глазеют. А мы будем ждать новостей.